Всем привет, дорогие зрители! Ну как вам бит? Нашел вилло 2 плюс 1 двухуровневую таунхаус в районе Демиртаж. Дорогие зрители, как тут красиво! Крепость Алании, море, тихий спокойный район, безмятежность. Двухэтажная вилла, таунхаус. Так что у вас есть соседи с этой стороны. Здесь у нас зона барбекю, зона отдыха. Тут у нас, здесь есть вода. Так, сад в этой стороне. Участок весь 250 квадратных метров. Сама вилла 140 квадратных метров брутто, 120 квадратных метров жилая площадь. Здесь садик, можете посадить все, что желаете в этой стороне. Также у нас калитка там. Квартира продается с мебелью и бытовой техникой. По очень-очень хорошей цене, не переключайтесь. Здесь у нас санузел без душевой кабинки. Тут кухня. На кухне надо что-то сделать, потому что бытовая техника уже старенькая, арчилик. А так квартира сама, сейчас вы сами увидите, очень красивая. Отдельная кухня. Так, здесь у нас гостиная комната, есть камин, вот. Камин. Кондиционер Бека. Вот такой высокий потолок, не маленький, где-то есть тут 290 сантиметров. Выход сразу. Вот такая красота. Поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. Есть форточка. Тут у нас спальня. Просторная, где-то 15 квадратных метров. Ну, здесь маленький, типа, балкон. Вот. Так. И здесь у нас гостиная комната, тоже гостевая. Или можете опять спальню сделать. Так как хозяин жил один, он из этой спальни сделал гостиную сверху. Вот такая интересная мебель. Можете это все спустить вниз, здесь сделать спальню. Так. Балкон. Вот такой балкон. Вид с балкона. И вид из спальни, если это будет спальня. Крепость Алании, дорогие зрители. Очень красиво. Очень хорошая цена. Так. Надо найти деньги срочно. Так. Дорогие зрители. Цена этой виллы таунхаус 82500 евро под ключ. Звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber плюс 90 555 064 91 10, район Демиртаж. Ставьте лайки, комментируйте, если вам понравилось. Расстояние, самое главное, расстояние отсюда до воды Средиземного моря, пляж песочный, где-то 1100 метров с поворотами, потому что надо там обернуться. А так, птичий полет где-то 600 метров. Песчаный пляж. Все, всем пока-пока.